Большую партию гуманитарной помощи от жителей Владивостока передали в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. Это то, что собрали за последние дни жители Владивостока мобилизованным и военнослужащим. Теплая одежда, средства гигиены, продукты, медикаменты, теплогенераторы. Отсюда партия отправится в горячие точки. Мы сегодня продолжаем нашу точечную помощь мобилизованным гражданам, которую на сегодняшний день предоставляют граждане города Владивостока. Мы сегодня привезли теплые вещи, привезли необходимое для приготовления пищи, продукты питания, которые у нас были собраны за период начала мобилизации в 5 пунктах помощи мобилизованным гражданам. Значит, здесь у нас теплое нательное белье, здесь теплые носки, здесь средства гигиены, собранные лекарства. Все то, что на настоящий момент очень необходимо нашим мобилизованным гражданам. Эту работу мы не останавливаем. Сегодня граждане очень активно помогают и несут вещи, свои пожертвования. Поэтому эту работу обязательно продолжим. И самое главное, что ребята, которые мобилизованы, они в этом очень нуждаются и очень благодарны за эту помощь, которую так консолидированно наш народ оказывает своим воинам.